Сегодня красивые люди в Радмире и в зале, и на сцене. Конкурс красоты среди студентов Юр-академии. Женщина это в крови. Сегодня даже она студентка. И вот стоит его вести на большую сцену. Одеть красиво, еще лучше раздеть. И все. Принцесса. Топ-модель. Конкурс называется «Первая леди» в Радмире. Слушай, как у вас интересно тут. Конечно. Я просто, вот мне так интересно. Не показывайте никак видом то, что где-то что-то не так. Если она слетела, как бы. Слетела она. У вас упала пофигу вообще. Почему первая леди, а не мисс Юр-академия? Мисс Юр-академия был такой конкурс, вот, и хотелось сделать что-то новое, какой-то новый проект, сделать его брендовым, чтобы был только вот нашим, таким настоящим, с красивыми постановками, с шоу, с супер-мега-красивыми девочками, вот. И мы решили назвать первая леди. Как-то мисс она везде, мисс там, мисс ноги, мисс руки, а у нас первая леди. А что у вас красивое, вот как вы считаете? Внешность – это как выражение внутренней красоты. Я надеюсь, что она у нее все-таки наиболее красива. Медиапроект «Кастинг», в котором мы с тобой принимаем участие. Я с гордостью об этом говорю. Специфика работы именно в телепроектах. У тебя был опыт уже подобный? Опыт подобный у меня был. Открыли брейкданс-центр, и мы там своими силами тоже делаем определенные видеопродукты. И работа со светом и там имеет место. И точно так же в шоу-проекте «Кастинг», в котором мы принимали участие, мы точно так же работали со светом, ну там частично со звуком. А интеллектуальные будут сегодня какие-то конкурсы для девушек? Сегодня будет конкурс талантов. Каждая из девочек подготовила свой номер. Кто-то будет петь, танцевать, кто-то будет рассказывать стихотворение своего собственного сочинения. На это у них всего будет одна минута, как в минуте славы. Вот, каждая сможет почувствовать себя звездой на нашей сцене. Знаете, какой? Нет, кстати, приз? Какой план написан? Вообще-то iPhone 6, если что. Угу. Золотой. Угу. Понятно? Когда мне говорят о внутренней красоте, у меня какие-то кошмары начинают. Вот честно, я начинаю думать, как же там внутри оно? Какая часть тела самая вот важная для женщины? Я думаю, что ноги ягодицы. Настолько согласен, да? Настолько согласен с вами. В брейкданс-центре происходят тренировки, и брейкданс, это и хаос. Во вторую очередь мы там проводим чемпионаты, небольшие чемпионаты. Первый этап брейкданс-лиги будет. Со всей Украины танцоры собираются у нас в брейкданс-центре и по ступенькам добираются до первого места. И в конце сезона он будет состоять из 8 серий. В конечном итоге будет чемпион Украины по брейкдансу. Почему вы не обращаете на меня внимание? А вы участвуете в этом вот конкурсе? Нет. А почему? Вы что, некрасивая разве? Нет, я участвовала в этом конкурсе, я сняла свою кандидатуру. Ну что вы стесняетесь, господи, здесь все свои. Ну, надо бахнуть чуть-чуть и все, и тогда вообще все пойдет как по маслу. Конечно, внутренняя красота – это главное, так. Это очень важно. Конечно, я с вами согласен полностью. Но куда деваться от внешней красоты? Куда от нее деваться, если она вот она же. Можно быстро насытиться только внешней красотой. Неправда. Да? Да нет. Я с высоты своего возраста. Ладно, ну сколько? Ну на месяц. Ну хорошо, а потом скучно и нудно. Не насытишься. Пришел, погулял и ушел.